Решил я вот приготовить сегодня стейки. Сейчас они у меня обжариваются с одной стороны. Буквально через 3,5 минуты мне надо повернуть их на другую сторону. А потом дать им отдохнуть. О, надо включить духовку. Градусов на 100. Потом они пойдут на чугунную сковородочку. На чугунной сковородочке будут подаваться. Кстати, на чугунных этих подают тоже, ты знаешь? Прямо вот таких. Вот. Надеюсь, что будет вкусно.